килограммов. Очень специфическая техника подъема на грудь у Давида. И с трудом, с усилием фиксирует штангу Давид. Решение судей. Good lift. Все в порядке. Подъем засчитан. The game the same way. Also first attempt. Арсен Мартиросян, Армения. Вес штанги 205 килограммов. Арсен Мартиросян, Армения. Yeah. Первая попытка. Федор Петров, вперед. Федор Петров готовится. Вступают в борьбу сборная Армении. Первым из двух спортсменов выходит Арсен Мартиросян. И еще не вступал в борьбу. Второй представитель сборной Армении – это Самвел. Господин увеличил на 5 килограмм вес по сравнению с первой удачной попыткой. И зафиксировал в предыдущем. Подходит 205 килограммов. С борьбой, но фиксирует вес Давид Фишеров. Подъем засчитан. 210 килограммов. Доволен собой Давид Фишеров. Дадаш Дадашбайли, Азербайджан, третья попытка. Арсен Мартиросян, please prepare. Арсен Мартиросян готовится. У четырех атлетов осталась третья попытка. Это Чиидзе, Фишеров, Дадашбайли и Мартиросян. И вот третья попытка у Дадашбайли. 210 килограммов. Предыдущая попытка к весу 207 была неудачная. Идет на риск представитель Азербайджана. Нет, к сожалению, неудачный толчок от груди не позволяет зафиксировать вес Дадашу Дадашбайли. И только 202 килограмма у него в активе. Арсен Мартиросян, Армения. Арсен Мартиросян, Армения, третья попытка. Иракли Чхеидзе, Джорджия, Диспика. Иракли Чхеидзе готовится. Перезаявка. Иракли Чхеидзе, Джорджия, Сатата. Вес штанги 210 килограммов. Ираклич Хеидзе, Грузия, третья попытка. Давид Фишеров, Болгария, из Некслифта. Давид Фишеров готовится. Третьим подходу вызывают Ираклич Хеидзе. Вес прежний, 210 килограммов. Предыдущий подход на этот же вес был неудачный для Иракли. И вот начинается активная борьба за бронзовую и серебряную медали в толчке, дорогие друзья. И опять неудачный толчок. Хватается за кисть. Ираклий Чхеидзе, видимо, травма. Не позволило ему успешно выполнить упражнение. Давид Фишеров, Болгария. Давид Фишеров, Болгария. Перезаявка. Установи 212 килограммов. Арсен Мартиросян, Армения.
Арсен Мартиросян, Армения, третья попытка. Фишеров, ready. Давид Фишеров готовится. Завершает свое выступление этой попыткой на чемпионате Европы Арсен Мартиросян, 212 килограммов. Долго, красиво боролся со штангой Арсен Мартиросян, но, к сожалению, показывает сердечко Арсен Мартиросян своим товарищам по команде сборной Армении. Установить 213 килограммов. Давид Фишеров, Болгария, Сатите. Давид Фишеров, Болгария, третья попытка. Самвел Гаспарян, ready. Самвел Гаспарян готовится. Зафиксировав в первом подходе вес 209 килограммов, Самвел Гаспарян набрал самую большую сумму двоеборья 385 килограммов. И пока еще никто не смог приблизиться к данному результату из его соперников. Напомню, что его товарищ по команде Арсен Мартиросян закончил соревнование с результатом 380 килограммов в сумме двоеборья. А на помосте Давид Фишеров. Это его третий подход. И 213 килограммов на штанге. До конца борется Давид со штангой. Нет, к сожалению. Все силы потратил Давид на подъем штанги на грудь. Подъем не засчитан. 214 килограммов, please. Установить 214 килограммов. Самвел Гаспарян, Армения. Second time. Самвел Гаспарян, Армения, вторая попытка. Total attack for first place in Nunjark. Выходит на помост триумфатор сегодняшней весовой категории до 102 килограммов Самвел Гаспарян.